это не ватрушка в привычном понимании этого слова, скорее, это тарт с творогом и безе. Готовится достаточно просто, результат, уверена, не разочарует, делюсь рецептом. Когда мы говорим о французской выпечке, всегда представляется что-то очень изысканное, нежное, вкусное. Так и есть, французская ватрушка с безе отвечает всем этим ожиданиям. Попробуйте испечь, это очень просто, если следовать пошаговому рецепту. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. Выложите в миску творог, 70 грамм сахара, пакетик ванильного сахара, 2 яйца и 1 желток, третий белок оставьте для безе. Пробейте блендером до однородной массы. Вмешайте в начинку цедру 1 лимона. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. В просеянную муку добавьте разрыхлитель, натрите на терке охлажденное сливочное масло. Перетрите муку с маслом в крошку. Для выпекания лучше взять разъемную форму, но можно взять и силиконовую. Предварительно застелив бумагой для выпечки, оставьте свободные концы бумаги для удобного извлечения пирога из формы. Выложите масляно-мучную крошку в форму, уплотните, сформируйте бортики. Выложите творожную начинку, запекайте в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут. Примерно за 10 минут до окончания времени выпечки взбейте бейлок с щепоткой соли в мягкую пену, после чего, постепенно всыпая сахар, взбейте бейлок до стойких пиков. Достаньте пирог из духовки, нанесите сверху безе, сделайте плоской стороной силиконовой лопаточки мягкие пики и отправьте в духовку еще на 5-7 минут. Выпекайте до появления легкого колера. Прежде чем достать французскую ватрушку из формы, охладите ее и аккуратно извлеките из формы, потянув за свободные концы бумаги для выпечки, можно аккуратно подрезать ножом неровные края. Срезанные крошки раскрошите на пирог. При желании французскую ватрушку с безе можно украсить свежими ягодами или дольками фруктов, это очень вкусно, попробуйте сами. Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Творог, 300 грамм, мука, 300 грамм, яйца, 3 штуки, 2 яйца и 1 желток, в начинку, 1 бейлок, для безе, разрыхлитель 1 чайная ложка, пакетик ванильного сахара 1 штука, сливочное масло 180 грамм, лимон 1 штука, цедра 1 лимона, сахар 130 грамм, 70 грамм, в начинку 60 грамм, для безе, соль 1 щепотка, добавлять в белки и при взбивании, количество порций 6-8. Щелчок, клик. Нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Жду снова и желаю вкусного дня.